В Бухаресте Андерлехт полтора тайма играл в десятером после удаления юного нигерийца Селестина Бабаяра. Тем не менее, гостям удалось в конце первого тайма открыть счет. Гол этот был не менее курьезен, чем тот, что пропустил, а вернее сам себе забил, Бустец в Стамбуле. Посмотрите внимательно. Удар наносит защитник, а мяч, попав в ногу Джонни Боссмана, отлетает в противоположную сторону, в самый угол ворот. В основном же игра проходила под диктовку хозяев, и ответный гол организовали два защитника Стяуа. Аурел Панаит разобрался с соперниками на правом фланге атаки, а завершающий удар исполнил Антон Добош. Большего, однако, хозяева добиться не смогли. Ничья 1-1.